Всем привет! Вновь Красная Поляна, вновь Саня Буховский, но на этот раз мы 26 апреля стоим на старте байк-парка, который работает уже практически 2 недели, полторы на самом деле. Открылось довольно рано. У нас в ближайшие выходные будут соревнования, даунхильная гонка, мегалавина, и поэтому мы сегодня доделали завершающий мост, вот сейчас вы его увидите, и у нас трасса целиком готова, поэтому мы сразу же запиливаем обзор на эту трассу. А гонка будет уже в эти выходные. Сегодня у нас среда. Санечка поедет впереди, я все постепенно расскажу. Это будет трасса, сочетающаяся несколько разных трасс, новые куски. Кстати, вот у нас новая навигация. Санечек, готов? Готов. Поехали, я за тобой. Едем не спеша, аккуратно. Новый участок. На самом деле мы уже здесь копаем больше месяца, полтора. Как видите, трасса полностью отшеплена. Нет ни единого торчащего камня. Здесь можно теперь прыгать вдаль, потому что здесь тоже все шипено, указатели. Ну, в общем, этот мост мы построили вчера. Рампик немножко теперь прыгается довольно далеко. Будем еще подравнивать. Вылет, и здесь уходим с Ежевики налево. Это мы делали сегодня. Вот этот мост через столовую. Новый участок. Специально такой натуральный, дунхильный. Санек по внутренней, я по внешней. Здесь тоже много траекторий. Ширина трассы здесь около 7 метров на внешнюю. Интересно, что... Ой, Санечек, хорошо, как? Ой, хорошо. На внешней я по внутренней прошел. Прыжок вниз. Здесь тоже подшепили. Сейчас на трассе барсучий. У нас вчера перестали идти дожди. Второй сухой день. Трасса уже в очень хорошей кондиции. Здесь справа мы убрали камень, можно прыгать. Здесь между деревьями. Все так же на барсучем. Трасса очень динамичная. Ой, быстрая. Здесь по внешней. Вот у этого дропа появился справа объезд. Но там он видно. Прыжок. Барсучий ходит налево, но мы переходим на трассу школьную. Возможно, вы слышали такое название. Раньше это все было запрещенное, скажем так, незаконное. Но с этого года все это стало трассами. Ну, кстати, да, одна из новостей с этого года. Ну, скажем так, мы занимаемся управлением байк-парка, развитием его. Поэтому вот уже полтора месяца мы из него практически не выходим. Наш второй дом. Здесь мы выехали на трассу зеленую, здесь будет стоять маршал. Во время гонки регулировать, потому что здесь нет моста. И плюс перегон. Затем на каньон. Кстати, да, новую навигацию мы поставили. Это нужно как-то отдельно будет рассказать. Сейчас, честно говоря, нет времени все это снимать, потому что прокопаем. Ну, а если вы хотите, кстати, посмотреть, вообще что-то изменилось, я веду телеграм-канал, оставлю ссылку в описании под этим видео. Возможно, кому-то будет интересно посмотреть, ну, перед поездочкой. Так, Санечек хорошо едет. Хотя, вот за это время, пока мы здесь, это мой третий день катания. И у Санька то ли третий, то ли вообще второй. Ух, колодочками запахло. Не моими. Так, мы пока еще на каньоне. Здесь мы подрезали все. Ничего страшного. Интересно. Ага. Спасибо. Пропустили нас. За что спасибо. Здесь тоже все отшиплено. Контур перед финальным дропом. Финальный трамплин переделан. Поэтому первые разы прыгайте аккуратно. Теперь радиусный вылет. Немного радиусный придем, но мы его поправим немного. Спасибо, Сань. Хорошо. Ну вот такая трасса, очень динамичная. В целом, наверное, не было ни 5 секунд, чтобы отдохнуть. В общем, вот так. Приезжайте, будет классно. Ну или просто приезжайте покататься потом, не обязательно на гонку.